Друзья, всем привет! Как видите, у меня новая прическа. Снова с вами Саша, Александр. Мы решили сегодня прогуляться по Минску. Вечер, суббота у нас сегодня. Перед поездкой погулять, походить. Так что смотрим, что мы тут дальше будем делать, друзья. Всем успехов! Мы, в общем, только начали гулять, а уже увидели маленьких уточек. Вот, они вроде такие красивые, такие маленькие, там папа, мама и двое деток. Вот, так что будем дальше. Решили, друзья, зайти на остров птиц, так называемый птичий остров. Он такой маленький, тут нету ни автомобилей, ничего, тут так тихо, спокойно, друзья, и, соответственно, так темно, прям деревья прям как-то накрывают свет, что вообще ничего, так темно очень, хотя на улице день еще. Друзья, это вообще интересно. Мы погуляли. Ты что скажешь? Пока. Почему пока? Почему погуляли? Уже поедем к машине, домой поедем. Так что всем пока и удачи, и успехов.